У этой песни играется рифом по одной струне, точнее не по одной струне, по двум одноголосиям. Играется одноголосием по одной ноте. Вот, я советую сыграть это в правой руке. Вы можете воспользоваться медиатором, можете играть пальцами правой руки. То есть это будет выглядеть вот таким образом. Чередуем указательный и второй палец, то есть первый и второй. Вот это такая игра басовая. Значит, в левой руке что у нас будет? Пятый открытый два раза, пятый на втором, пятый открытый, пятый на третьем, пятый открытый. Еще раз. Далее пятый на втором, пятый на третьем. И переходим на шестую струну, на третий лад. Таким образом. Ну, здесь мы повторяем эту ноту. Шестая струна на третьем ладу где-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь нот получается. Я советую соединить эту линию с аккордами. То есть на фоне первый аккорд у нас будет аккорд АМ. И свободными пальцами мы те же самые ноты на пятой струне и на шестой будем зажимать. Значит, а на аккорде АМ мы сыграем пятую. И на аккорде G мы сыграем шестую на третьем.
или можно сыграть вступление попроще, значит, без басового такого, значит, без басовой линии. То есть вторую струну, вот на аккорде АЕ мы вторую струну, первый палец поднимаем, и у нас получается вторая открытая. И опять зажимаем. Переходим на G. Это будет. АМ. Ж. Вот. Здесь в правой руке, я думаю, нет смысла играть глушение. Здесь будет все на открытых ударах. И сверху. Значит, начинаем первый куплет с аккорда АМ. Дальше же. Дальше еще окна. Потом АМ. Дома напротив. Ж. То есть это первая, вторая строчка аккорда АМ. Потом Ж. АМ. Ж. Далее третья строчка тоже АМ. Мы хотим жить. Далее пойдет аккорд F. Мы живучи как. И следующий аккорд ЕМ. Кошки. Следующая строчка АМ. И вот мы пришли же заявить о своих правах. АМ. Также АМ. Слышишь шелест F. Это мы ЕМ. Вот, то есть вторая половина первого куплета играется точно так же. АМ. Ж. АМ. Ж. АМ. F и ЕМ. Еще, значит, один вариант, по сколько раз в правой руке. АМ. Два. Вот если по 4, значит, удара, это будет у нас один раз. Сейчас посчитаем, значит, на АМ. Раз, два, Ж. Раз, два, АМ. Раз, два, Ж. Два, АМ. Раз. Мы хотим жить. Ф. Живучик. На Ф тоже два раза. ЕМ. На последнем ЕМ, по-моему, у нас получилось 4. Раз, два, три, 4. Все верно. Вот, значит, завершающий аккорд ЕМ, на нем мы будем играть подольше. Вот. И припев. Начинаем с аккорда С. Дальше. Ж. Действовать будем. АМ. Мы. Следующий аккорд ДМ. Получилось в припеве всего 4 аккорда. С. Дальше. Четыре строчки, они абсолютно одинаковые, как, значит, в словах, так и в аккордах. С, значит, в правой руке здесь у нас будет точно так же. Раз. Ж. АМ. ДМ. Дальше действовать будем. Дальше действовать. Таким образом, у нас здесь, я думаю, ничего особенно сложного не будет. Вот. И самое главное запомнить, как эти аккорды чередуются. Вот. Ну и в правой руке это удары вниз-вверх. Вот. Просто ровно играем. Вот. На этом фоне у нас получается, значит, вот такое исполнение. Тренируйтесь, и у вас все получится.